Прямую линию с начальником управления УФСИН проводят регулярно. Обратиться за помощью с жалобой или пожеланиями могут родственники и близкие осужденных. Также бывшие сотрудники или любой желающий. В этот раз прием посвятили теме противодействия коррупции. Но ни один из посетителей правом не воспользовался. Зато за консультацией по трудовым правам и медобслуживанию обратились несколько родственников осужденных. На вопросы в режиме онлайн также отвечали и руководители колоний. Цель таких приемов, отмечают офицеры УФСИН, показать открытость системы исполнения наказаний. Ну, чтобы систему сделать более открытым, развенчать тот миф о том, что у нас пыточные камеры, о том, что у нас пыточные арестные дома и так далее и тому подобное. Я лично веду прием в понедельник граждан, мои заместители по другим дням недели. Приходят в среднем от 5 до 8 человек.